Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи завершился. Делегаты от Приднестровья прибыли домой. Неделя позитива, ярких эмоций, интересных лекций и соревнований уже история. История, о которой будут говорить во всем мире, включая Приднестровье. Чем запомнилась церемония закрытия и с какими эмоциями приднестровцы вернулись домой, смотрите в 20:30 в вечернем выпуске событий.